Внесение изменений в Конституцию – значимое событие в истории нового Казахстана. Это шаг к построению справедливого Казахстана. Кроме того, по словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, который ответил на вопросы в программе национального канала «Жаңа Казахстан», введение в Конституцию нормы «народ – хозяин земли» – это важное историческое, духовное и идеологическое событие, сказал председатель Сената.